Ну, очень, конечно, любопытный опыт, и я думаю, что, в принципе, для всех людей это такая большая боль — публичные выступления. И очень важно как-то понять для себя, что может помочь тебе сделать это лучше, качественнее, эффективнее. И Наталья Котлярова, конечно, супер, вообще, мне кажется, прокачанная в этом отношении коуч, потому что она с невероятным обаянием и таким простым языком и на примерах рассказывает, как избавиться от каких-то ключевых, скажем так, затыков, которые есть у всех людей. У меня даже есть какой-то колоссальный опыт ведения, и при том, при всем, каждый раз, когда наступает момент выступления перед публикой, если к тому же это твой собственный проект, то страшно как никогда. Страшно, страшнее, чем перед Олимпийским, мне кажется. Поэтому, конечно, то, что сегодня было произнесено и было проработано, это очень важные моменты. И действительно, ни в коем случае нельзя упускать из внимания. И вообще-то крайне эффективно. Я считаю, что мы отлично провели время.